Компания ВТС приготовила для каждого компактного агрегата индивидуальную техническую документацию, которая динамически создается сразу после утверждения агрегата в производство. Для загрузки документов достаточно отсканировать QR-код, расположенный на инспекционной панели вашего агрегата, и этот процесс выглядит так. QR-код переводит пользователя по специальной ссылке на страницу, где собрана вся документация для конкретного агрегата. Эта документация уже готова к просмотру и загрузке. Скачанная документация не является общим руководством для всего модельного ряда вентиляционных установок, а представляет собой руководство, которое содержит информацию, относящуюся к конкретному устройству. Содержание этого документа зависит от параметров агрегата, его конфигурации и опций. Документация состоит из общей информации, правил техники безопасности и рекомендаций для специалистов, устанавливающих и подключающих оборудование. Описание элементов агрегата, включая информацию об их функциональных возможностях. Правил перемещения агрегата и информации о размере отдельных секций. Требования к месту размещения и крепления агрегата. Инструкции по присоединению секций и вентиляционных каналов. Если агрегат оснащен крышей, то документ содержит правила ее монтажа. Способ гидравлического подключения теплообменников. Полную информацию об электрических соединениях. Набор информации по сборке и подключению периферийных элементов автоматики. Список запасных частей к устройству. Все представлено в интуитивно понятной форме и в последовательности, соответствующей этапам, которые необходимо выполнить для запуска устройства.